Здорово, кексы, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, хочу вам показать обалденнейшую игру Акинатор. Может быть, кто-то из вас ее видел уже, может быть, кто-то нет. Вот так вот, в общем, я бы не сказал, что это прям игра. Это, в общем, такая прикольная штучка, она угадывает все ваши мысли, можно так сказать. В общем, тут нужно загадать какого-нибудь персонажа, желательно, конечно, известного, знаменитого. И он, этот Акинатор, вот этот джинн, очень крутой чувачок, умный, прошаренный, он его по-любому угадает. Не, в общем, я смотрел к нему эти, скажите мне, комментарии в Play Market, кто-то там загадал, пишет там парень, шоколад, там космос и еще что-то, и он не угадал Акинатор, потому что не надо, нельзя загадывать вещи или там, не знаю, еще что-то, нужно загадывать людей, персонажей, понимаете? Вот, что-то, что, ну, то есть, как бы живое было, вот. И можно животных угадывать. И, короче, я, конечно же, решил загадать что-нибудь про черепашек-ниндзя. Я вот, Акинатор находил Бипопа, Рокстеди, но я еще не загадывал Сплинтера. И вот давайте начнем, посмотрим, угадает ли этот джин или не угадает. В общем, я загадал Сплинтера, давайте посмотрим, что будет. Так, ваш персонаж-человек, возможно, частично, правильно? Он же раньше был человеком. Ваш персонаж-девушка, нет. У вашего персонажа есть ноги? Да. Ваш персонаж плохой? Нет, Сплинтер хороший. Ваш персонаж герой мультфильма? Вы видите, как он уже? Он уже близко, можно сказать. Герой мультфильма? Да. Ваш персонаж спасает мир? Ну, блин, возможно, частично. Ваш персонаж из японской анимации манги? Нет. Так, видите, отбрасывает уже кучу вариантов. Задумался немножко. Ваш персонаж носит головной убор? Нет, не носит. Костюм клоуна? Тоже не носит. Ваш персонаж связан с медициной? Не связан. Ваш персонаж связан с мультфильмом «Черный плащ»? Нет. Связан ли ваш персонаж со льдом? Не связан. Ваш персонаж маленького роста? Да нет. Джин, ты чего? Гляньте, ваш персонаж зеленый? Нет, не зеленый. Ваш персонаж попадал в аварию? Но Сплинтер вроде бы в аварию не попадал, да? Смотрите, этот джин уже как задумался серьезно. Ваш персонаж очень мускулистый? Нет. У вашего персонажа есть ушки и хвост? Ого, он уже близко. Ваш персонаж у Сплинтера есть? Ушки и хвост же есть. Ваш персонаж имеет мешки под глазами? Да фиг его знает, я не знаю, вроде нет. Ваш персонаж живет в Нью-Йорке? Ну, Сплинтер и черепашки где они? Блин, я не знаю, вроде в Нью-Йорке, да? Напишу, я не знаю. Ваш персонаж имеет синий оттенок? Да вроде нет. Ваш персонаж связан с ниндзя? Да. Ваш персонаж жил под землей? Смотрите, ребята, он, по-моему, уже близко. Да, Сплинтер живет под землей. А ну-ка, кто это? Да, представляете, ребята, он угадал. Как так? Это просто капец. Вот, блин, чудеса какие-то, я удивляюсь. Сплинтер, да, сенсей черепашек-ниндзя. Да, Джинни, ты молодец, ты угадал. Блин, ребята, вот реально крутое приложение. У кого нету, обязательно скачайте, обязательно попробуйте, кого-нибудь угадает ли он или нет. Так, что это, рекламка? Да нафига мне нужна ваша реклама? Этот персонаж уже был отыгран 62 907 раз. Джин красавчик. Так, давайте кого бы еще загадать? Блин, Шреддера давайте. Шредди, посмотрим, угадает Шредди. Этот персонаж носит одежду. Ну, в принципе, да. Не голый же он ходит. У вашего персонажа человеческие уши? Ну, я думаю, да. Он же человек. Ваш персонаж мужчина? Да. Ваш персонаж сражается со злом? Да он сам зло. В реальности существовал? Нет, не существовал. Плохой персонаж? Да, очень плохой. Ваш персонаж герой фильма ужасов? Нет. Показывали ли фильмы с вашим персонажем в кинотеатрах? Конечно, показывали. Этот персонаж имеет отношение к комиксам? Но есть комиксы про черепашки-ниндзя? Я думаю, да. Использует ли ваш персонаж ловушки? Нет, не использует. В Человеке-пауке персонаж мой тоже не играл.
Ваш персонаж играет в серию игр Total War. Нет. Ваш персонаж снимался в Бэтмене. Да каком нахрен Бэтмене? Ваш персонаж пишет стихи. Представляете? Шреддер пишет стихи. Это было бы прикольно. Ваш персонаж скрывает свое лицо. Смотрите, он уже близко. Да, скрывает. Носит камуфляж. Блин, фиг его знает. Как железные вот эти вот у Шреддер штуки. Это камуфляж или нет? Я не знаю, напишу. У вашего персонажа красная одежда? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к комиксам Марвелу? Да нет, не имеет. Смотрите, он неужели сейчас он опять угадает? Ваш персонаж связан с ниндзя? Да, связан. У вашего персонажа есть подчиненные? Гляньте, он уже такой, оп, пятерик такой, все, я уже почти отгадал. Да, у него есть подчиненные. Есть ли у вашего персонажа металлические когти? Блин, вот это он красавчик. Он загуглил, наверное, смотрите. В телефоне там такой, уху-ху, губки трубочкой насвистывает что-то. Ваш персонаж из космоса? Я не знаю, из космоса он или нет. Ваш персонаж управляет океаном? Нет. Ваш персонаж руководит чем-либо? А чего мне угадывать? Я думал, уже угадал. Ну да. Ваш персонаж часто улыбается? Нет. Так, ну что, ты угадаешь, нет? Мне кажется, эти вопросы были уже лишние. Последние 3-4 вопроса были лишние. А ну-ка, ребятка, интрига, интрига, ребятки, смотрим, смотрим. Да, он угадал его. Нифига себе, как так? Я в шоке. Шреддер Урокусаки. Саки? Урокусаки. Капец какой-то. Представляете, ребята, я в шоке. Как он это делает? Вы уже получили приз за данного персонажа. Не понял. А, я угадывал Шреддера уже. Я забыл. Блин, ребятки, ну в принципе какая разница, угадывал или нет. Ну, блин, ну красавчик все равно, да? Вы согласны, что Акинатор, блин, не знаю, просто супер. Играть снова, давайте. А кого же сейчас загадать? Кого же? А давайте, блин, ну я не знаю ничего про Криса Брэдфорда. Или может кого бы еще загадать? Змейк Вьюн, про него я тоже ничего не знаю. Эйприл О'Нил, точно? Ну про нее вроде бы немножко бы знаю. А может быть и нет. Или кого бы еще попробовать? А давайте попробуем Леонардо. Вот из черепашек Леонардо. Ваш персонаж человек? Нет. Ваш персонаж животное? Ну, черепашка животное вроде. Ваш персонаж связан с ниндзя? Он что, так быстро угадывает? Носит с собой меч? Да. Ваш персонаж черепаха? Да. Смотрите, вообще, за 3 вопроса, по-моему, он отгадал, что это Леонардо. Это рекорд, мне кажется, наверное. Он бы уже с первого вопроса взял бы, бац, сказал бы, это Леонардо, черепашка-ниндзя. Офигеть. Может, потому что я уже угадывал некоторых персонажей из этого мультфильма. Фиг его знает, я не знаю, ребятки. Но видите, Леонардо, он вообще быстро отгадал. Да. А давайте теперь попробуем. Чего это такое? Получаете 100 джини, ладно, это мне не надо. Так, рекламку сейчас быстренько пропустим. Пропустить рекламку. Давайте. Что это такое? Every more fun. Так, не надо мне это. Ваш персонаж животное. Давайте загадаем. Знаете кого? Знаете кого? О, сейчас скажу. А давайте загадаем. Блин, ну давайте еще раз черепашку. Давайте Рафа загадаем. Животное, да. Ваш персонаж зеленый, да. Ваш персонаж лидер. Вроде бы лидер у них Леонардо, правильно? Нет. Любит науку, вы видите? Он уже именно бьет по черепашкам. Типа любит науку, это значит Донателло. Нет. А может Раф все-таки лидер? Ваш персонаж зарабатывает, скрывая лицо? Да что за бред? У вашего персонажа больше 3 детей? Какое дети? Ваш персонаж из игры Slime Ranchers? Нет. Ваш персонаж чистит зубы? Я не знаю, чистит ли Раф зубы. У вашего персонажа человеческая улыбка? Ну, вроде как да. Ваш персонаж имеет отношение к черепахам? Да, имеет.
Ваш персонаж всех смешит. Это он на майке намекает? Нет. Ваш персонаж ежедневно проливает кровь? Я не знаю. Ваш персонаж гомосексуален? Да вроде бы нет. Ваш персонаж лидер в своей группе? А может быть все-таки раф лидер? Блин, я не знаю. Напишу, отвечу, я не знаю. Ваш персонаж использует меч? Нет, точно не меч. Ваш персонаж женского пола? Да нет же. Ваш персонаж связан с ниндзя? Ты это уже спрашивал, товарищ. Да нет, не занимайся он научной деятельностью. Повязка на голове у моего персонажа есть, конечно же. Живет ли ваш персонаж в доме? Нет. Имеет ли ваш персонаж отношение к красному цвету? Смотрите, он уже подходит немножко ближе. Связан ли ваш персонаж с БДСМ? Нет. У вашего персонажа есть чешуя? Да блин, вроде бы у черепашек нет чешуи, правильно? Ваш персонаж глава большой компании? Я не знаю. Ваш персонаж имеет трех братьев? Да имеет, имеет. Похож ли ваш персонаж на чайник? Ну вроде Раф на чайник не похож. Нет, конечно же. Чего, все угадал? А ну-ка, ребятки, давайте посмотрим. Угадал! Ну как он это делает? Ребятки, я просто в шоке. Капец. Ставьте лайк. В общем, на этом все, ребятки. Буду заканчивать. Ставьте лайки этому видосику. Мне кажется, видосик получился реально крутой. Ставьте лайки мне, ставьте лайки вот этому умному Джину Акинатору. Он этого точно полюбасу заслужил. Кто не подписан, конечно же, подписывайтесь на канал. И все, ребятки, увидимся в следующем видосике. Так, надо подсказать, что это был... Да, что он угадал. Все, ребятульки, пока-пока.